полицейским, потому что я в детстве постоянно смотрела Мухтара. Вот полицейский, следователь. И мне очень нравилось. Да. Сейчас бы ходила такая. У нас здесь была кошка. Недавно, где-то год назад, она умерла. И родители вот зимой завели нового котенка. И я тоже захотела к себе котенка. Но я не могу пока что завести. Я была маленькая, и мне подарили торт такой красивый с кошкой. И я прям была так рада в детстве. Я прям запомнила этот момент. С недавних пор я начала писать стихи. Да, но пока я не афиширую их. Знаешь, они у меня лежат, и может, когда-то время будет, я... Когда я закончу с футболом, если у меня что-то не пойдет, все, поэтесса буду. Да, я думаю, много времени провожу сама собой, и поэтому что-то решила записать. Сначала не получилось, потом еще раз попыталась, и какая-то рифма пришла, скинула родителям, брату, сестре, и они сказали, хорошо, хорошо, пиши, пиши, и мне как-то это постигло. Но мне нравится наш дизайн. Я бы что-нибудь, наверное, прошла бы курс какой-нибудь по дизайну, знаешь, потому что это интересно. Кстати, я хотела научиться бы на пианино поиграть, потому что я недавно начала слушать Людовика. Людовик, да, Людовик. Эйнауди, вот. И мне очень нравится. Особенно, например, перед сном ты прям расслабляешься. И, кстати, недавно ходила на оркестр, чисто случайно попала. Да, очень понравилось. Я прям сидела. Читать мысли — это неинтересно было бы. Наверное, никогда не уставать. 100% продуктивность. Я, кстати, хотела летом сходить на, ну, ты не знаешь такого, экшчо. Мне прям музыка его очень нравится. И не попала, потому что его перенесли на октябрь, и я уехала в воду. Как мне повезло. Да, ну ладно, думаю. А, я бы хотела еще сходить на Макса Коржа. Но он сильный. Да, нравится, но в последнее время я как-то и забросила свой канал на Телеграме, и Инстаграм что-то забросила. Больше, знаешь, как-то в себе. Как-то, знаешь, не хочу показывать себя именно в социальных сетях. Не знаю, что случилось такое. Я просто сделала себе вызов, потому что я... Ты же знаешь, я боялась всяких интервью, боялась... Ну, была не уверена в этом. И я такая, надо что-то делать с этим. Что, чтобы победить этот страх. И я вот завела Инстаграм... А, и Телеграм-канал начала там разговаривать, все, не стесняться. Может, как-то, знаешь, не настроение несколько, ну, месяц, может, была, и поэтому как-то оно ушло на второй план. В родном городе, да, в Лондоне пока что, ну, если только, например, после игр там болельщики или до игры. А так, если, например, просто в простой одежде идти, да и даже в Челси, нет. Но из футбола это Криштиану Роналду или Месси из... Не футбола. Ну, мне, знаешь, такой нет потребности, что мне нужно сфоткаться, автограф получить, вот это все. Просто мне нравится то, что человек делает, и я бы, наверное, хотела просто пообщаться. Ну, наверное, я бы выбрала или какого-нибудь футболиста, или из такой сферы, знаешь, кто чего, тот добился, чтобы послушать его историю, что он делает для того, чтобы получить такой результат, что он делает для того, чтобы получить такой результат, это очень интересно. Да и так смотрю всякие интервью успешных людей. Мотивационные, да, нравятся больше. Именно документальные. Я люблю, когда, например, сериал был снят «Манчестер Сити» на Ютубе, да, как у них вот это, посмотреть их атмосферу внутри. Не так, как они выходят, например, на поле, ты видишь их просто в футбольном навыке, а как они в жизни, как на тренировках себя ведут. И да, прикольно так. Ну, я бы хотела просто сняться в какое-нибудь кино. Но только не в каких-то там сценах. Просто, да. В хорошем фильме, да.
Кстати, я недавно посмотрела такой мультик, всем советую, называется «Лис, крот, лиса и лошадь». Вот огонь. Он, получается, BBC снял этот мультик, но он, получается, на английском. Да там просто про жизнь, знаешь, всякие советы и всякие наставления, знаешь. Очень круто. Там мальчик не мог найти дом, и вот он сначала встретил крота, потом лису, потом лось, и они вот так все это путешествие проходили вместе. Да, перед матчем я стараюсь более позитивно слушать, энергично. В жизни я люблю послушать, например, про жизнь, знаешь. Зависит от каких-то моментов в жизни. Например, если ты в отношениях, то ты слушаешь в основном про любовь там. Фантазируешь всякое. А тогда про жизнь слушаю. А, кстати, вот это, скорее всего, моя любимая песня вот, «Как хочется жить». Не слушал? «Рождество» поет. Слушали? О, такая песня. Ты, давай. Ты знаешь, как хочется жить. Нет, вообще не играю. Я думаю, это очень много времени занимает. А я не хочу тратить время свое на игры. Ну, эти игры ни к чему тебе не приведут. В детстве мы играли с братом в шашки, домино. Вот. Нет, а, кстати, вот в Англии не принято, они практикуют играть настольные игры всякие, когда, например, в компании собираются, у них обязательно там или квиз, или что-то еще, ну, чтобы ради интереса не просто посидеть там, поболтать. А, кстати, да, у нас было просвещение именно в Америке, на сборе в Америке, и да, я там пела песню, там все должны были новички петь песню, и я спела «Титаника», спела песню «Титаника». И они были все удивлены, и признали они меня лучше на этом вечере. Было приятно. Потому что я так готовилась, я такая, я переживала, учила эту песню. Ну, вспоминала, потому что я вспомнила, в школе пели ее на выпускном, эту песню. Я думаю, какую спеть? На русском они ничего не поймут, скажут, что ты на русском поешь. И вот это я вспомнила из «Титаника». Но бывало, что я разнимала. Обычно разнимающим прилетает больше всех, нет? Да. Ну, я такая защищала, да. Ну, разозлить, наверное, несправедливость. Заставить плакать. Ну, наверное, это будет связано что-то с семьей, с родными мне людьми. А вот если фильм какой-то, ты, в принципе, можешь заплакать или... А, вот я смотрела «Триггер». Ты смотрел «Триггер»? Нет, очень сильный сериал. Ты смотрела «Триггер»? Вот, я посмотрела «Триггер» и на последней серии немного заплакала. Да, я боюсь всяких вот этих тараканов. Это кто ползает, я вообще боюсь. Я постоянно пугаю маму. Дома, знаешь, когда, например, она одна, я постоянно пугаю маму. Говорит, ты что делаешь? Я боюсь, у меня может сердце становится. И у меня вот такая была привычка. Один раз тоже. Мы вдвоем в квартире, брат сидит на кухне, и знаешь, как в страшных фильмах, я вот так волосы делал и такая встала, он как испугался. Было смешно. А в Дубае? В Дубае хочу побывать. Я бы хотела побыть в мусульманской стране, да и плюс я уже с детства хочу побывать, потому что я смотрю всякие фотки знаменитостей, которые выставляют, вот это все, и там очень красиво, высотки, вот, как в фильмах, знаешь. Да. Ну, в России это мой родной дом, родной поселок, потому что с ним все связано, многое связано. Англия, да, мне впечатляет. Да, я вот, я живу уже в Гилфорде, и там прям очень красивые места. У меня даже в Инстаграме, наверное, есть они. Да, там, ну, у меня есть 3 любимых места, на которые я постоянно хожу. В центре гулять. Я жалею то, что... В Москве я не все, знаешь, так изучала и не по всем местам ходила. Я об этом жалею. Ну, я думала, ладно, нельзя ни о чем жалеть.
Я уже говорила, что мамины люблю. Мамину еду люблю. А если так пойти, наверное, в ресторан, то в японский ресторан бы я пошла. Помнишь, как мы кушали роллы? Я не люблю острую еду. Острую свинину не кушаю. Да и все. Манную кашу еще не люблю. Из садика. Прям фирменного нет такого. Я люблю... Мне кажется, я вкусно готовлю кашу. Да и так, в принципе, когда домой приезжаю, родители рады, и им нравится, как я готовлю. В основном, что мама скажет, давай приготовь. Такая, ладно. Они с работы приезжают, поэтому для них, я думаю, это хорошо. Потому что, когда мама, например, без меня, ей приходится с работы приезжать, готовить, тоже работа накладывается лишним. Экстрим не мое, потому что я даже на аттракционах детских боюсь. Я как-то приехала домой летом, и мы пошли на аттракционы, и я там кричала, я там, наверное, думаю, что за бешеная женщина, девушка кричит. Они все вот так шли, смеялись там. Наверное, думали, что мне чуть не хватает. Я очень боюсь вот этих всяких. Мне плохо становится. Но я бы спрыгнула в Сочи. Тарзанки. Прыгала или прыгнула? Прыгнула бы. Да. Я еще хочу в поход пойти. Моя мечта — в поход пойти. В лес, да? А? В лес? В лес. Ну, на несколько дней. Только с кем-то, я одна уж. Я хочу рискнуть. А еще парашюта привлекает, мой парашют. Но это очень страшно. Я думаю, веснушки. Что какая-то индивидуальность. Тебе не нравится, да? Да, нравится, но... Я маме позвонила один раз, она говорит, опять тебе вышли веснушки, тебе уже 21 год. Я говорю, мам, тебе что, не нравятся мои веснушки? Мне как-то девочки говорили, что я похожа на актрису «Спеши любить». Слышал фильм такой? Вот на эту актрису похожа. А еще говорили на Аленку похожа. Аленка. На конфете фотка такая, Аленка. Наверное, нижнее белье. Ты бы стала рекламировать конфеты? Я бы тогда отсюда бы не вышла. Потому что я бы много кушала конфет. Мне бы бесплатно давали. С семьей, около моря. Да, со всей семьей. Столько времени я не бываю рядом. У меня сразу, во-первых, то, что домой, а потом уже. Ну, может, знаешь, это когда семья будет своя уже, тогда будет посложнее. Я хочу, чтобы у меня была семья, детишки бегали. Да, чтобы просто было счастливо. Да, не обязательно нужен футбол, чтобы быть счастливой. Я так думаю. Ну, если ты, например, потеряешь футбол, да? И что ты? Дальше жизнь продолжается.